Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на набор для чистки монет Камрад. Набор позиционируют как подарочный. И я вам скажу, для подарка это набор просто бомбезный. Я бы хотел получить такой набор в подарок. Сейчас скроем и посмотрим, что нас ждет. Каталог. Монеты России 1700-1917 года. Три щетки. Стальная, медная и просто синтетическая. Перчатки. Так как средства здесь такие агрессивные, то, конечно же, надо все делать в перчатках. Полевой консерватор. Сейчас распакую все бутылочки и рассмотрим все поближе. Набор состоит из трех чистящих средств, обезжиривателя и двух стеклянных чашек для чистки монет. Первое средство. Средство для чистки никелевых копанных монет. Второе средство. Средство для чистки медных копанных монет. Третье средство. Средство для глубокой очистки серебряных монет. Ну и, как я говорил, обезжириватель. На каждой бутылке написана инструкция, как пользоваться данными средствами. Но в последующих видео, друзья, я вам покажу, как чистит каждое средство в отдельности предназначенные для нее монеты. Каталог 2018 года выпуска, 15-я редакция. Ну а теперь рассмотрим поподробнее каталог. Мне каталог очень понравился. В данном наборе он, конечно же, не оказался лишним. Очень понравилась именно сама типография, сама печать. Монетки все цветные. Все хорошо расписано. Один минус данного каталога – это то, что в нем не написан, не указан тираж монет. А так довольно интересно, особенно для начинающих нумизматов, полистать, посмотреть, почитать, узнать что-то интересное для себя. Ну, я остался доволен. Ну а теперь подведем итог. Вы видели, что находится в наборе. Каждый может выбрать для себя, нужен ему такой набор или нет, или все заказывать по отдельности. Но лично мне данный набор очень понравился. Если вас заинтересовал данный набор, и вы проживаете на территории Республики Беларусь, вы можете заказать данный набор в интернет-магазине metaloposhuk.by. На этом обзор буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!